Добрый день. Валерий Андреевич, мы наслышаны о вашей компании «Славянский мир» и хотели бы узнать, над чем сейчас работает компания и что нового и интересного вот сегодня вы предлагаете на рынок. Очень хороший вопрос и вовремя. Значит, наша компания, ну, срок нашей компании 20 лет, как мы сформировались, 20 лет компании. И с первых же годов компании я стал заниматься инновациями в строительном бизнесе. Господа, есть технологии, они разработаны, они работают, их можно сегодня посмотреть. Если в начальном этапе мы там строили несколько домиков и говорили, нечего было показать. Сегодня от 5 до 7 миллионов квадратных метров по стране построено из этой технологии. Мы помогли, и вся страна это видела по телевидению, когда случился пожар в 2010 году, мы построили два поселка. И вот только в этих двух поселках остались люди жить, потому что все, что построили остальное по другим технологиям, люди просто разбежались. Настолько было некачественно и настолько времянки. Поналепили просто времянки, в которых люди отказались жить. Также вы помните, как людей через суд там на севере заселяли в эти блочные и разные прочие дома. Наша технология может работать в любом архитектурном стиле, что дает красоту. Наши технологии, которые сегодня мы разработали, они дают все качества жизни. Это современнейшая вентиляция, это современнейшие теплые полы. То есть все, мы сегодня уже, наши технологии, мы можем использовать солнечные батареи, мы можем использовать ветровую энергетику. Почему? Потому что в первую очередь вы должны построить тепловой контур дома, чтобы потом использовать энергетические возможности. Только благодаря новым технологиям мы можем сделать прорыв в строительной индустрии. И переходить, ну, мое бы предложение, ну, я не знаю, насколько оно реально или нереально, переходить на малоэтажное строительство. Ведь вы прекрасно знаете опыт двухэтажной Америки. Но это же не я придумал, это исторический фактор, как поднималась Америка. Она двухэтажная, это всем дали участки земли, все люди и сами участвовали в строительстве, и это все малый бизнес, это все должен строить малый бизнес. Все мои заводы, все мои технологии, все он делает полный расчет только на малый бизнес. Средние и малые предприятия, которые поставляют все компоненты дома, это все средний и малый бизнес. То есть наши технологии продуманы так, что мы поднимаем не только строительную индустрию, ставим на новые рельсы, но мы подтягиваем именно малый бизнес России, которым действительно доступны вот эти все технологии, освоить все эти технологии. Вот это основная наша сегодняшняя задача. Сегодня мы вам представим вживую, так сказать, наш новый инновационный центр, где детально по каждой позиции мы расскажем о тех людях, которые создали вот такую структуру. И мы сегодня хотим что сделать? Мы хотим показать, что вот в этом центре мы хотим показать, что вот именно на базе нескольких новых прорывных технологий, в котором как раз-таки участвует этот малый бизнес, мы можем внести свою лепту в недорогое, красивое, грамотное, технологически грамотное домостроение. Валерий Андреевич, поясните, пожалуйста, поподробнее, в чем суть предлагаемых инноваций? По инновациям вам все расскажет Сергей Кретов. Это мой партнер, друг и вообще очень прекрасный человек. Ну, отвечая на вопрос, в чем суть инновации, я хочу сказать, прежде всего, что мы с моим партнером и старшим товарищем Валерием Андреевичем поставили перед собой, в общем-то, казалось бы, непростую задачу, как сделать жилье максимально комфортным, инновационным и при этом доступным для граждан. Я могу сказать, что, в принципе, эта задача, она решалась не на пустом месте. Валерий Андреевич, будучи академиком, профессором, доктором экономических наук, он сделал грандиозную работу, он придумал, главное, это платформу для скоростного домостроения, а именно теплый и эстетически, так сказать, инновационный каркас. Дальнейшая задача была в том, чтобы в совокупности с этим каркасом доработать все остальные технологии, чтобы они позволяли в кратчайшие сроки с минимальными трудозатратами, с минимальными рисками для строительства строить комфортное, инновационное, энергоэффективное жилье. Мы собрали порядка 200 крупнейших российских
компаний, производителей строительных и отделочных материалов. И собрав в один пул все эти крупные компании, вот, мы с удивлением для себя обнаружили, что инноваций в стране колоссальное количество. Просто ими правильно, по сути, чтобы комплексно, никто не пользуется. Мы собираемся строить индивидуальные дома и собираемся строить малоэтажные, трех-пятиэтажные жилые дома. Вот, значит, главная задача была, чтобы эти дома были построены в кратчайший срок, чтобы стройка не затягивалась на годы. Вот, мы в течение 4 месяцев спроектировали технологию инновационного строительства в полной мере. Это реально первая в мире комплексная технология инновационного строительства, где каждый элемент — это новация. На пустом месте возникнет дом, я не побоюсь этого слова, нового поколения, который по своим характеристикам не имеет аналогов в мире. Ну, как я вам и говорил, то есть мы сейчас с вами станем участниками нашего, так сказать, такого реалити-шоу. Сегодня 19 мая, вот, и мы вам показываем, как выглядит наша строительная площадка сегодня. Вы видите, сделано армирование плиты. Сейчас плита заливается, и через 4 дня мы приступим к монтажу нашего каркаса. После этого все основные этапы строительства мы будем с вами писать на камеру и фиксировать даты, когда это происходит. И вы станете на ваших глазах, вы увидите, каким образом мы строим наши инновационные дома, применяя все новейшие технологии. Сергей, здравствуйте. Мы с вами виделись последний раз 19 мая. На этой площадке шла заливка фундаментной плиты. Вот я вижу, что идет активное движение. Расскажите нам, что сейчас здесь происходит? Как вы видите, у нас на площадке уже началось интенсивное движение. Как я и говорил, мы строим, наверное, самый инновационный дом в России. Вот. И поэтому при строительстве мы решили полностью воссоздать обстановку, как если бы мы получили заказ. 16 мая мы получили заказ. 17 мая началась подготовка к подвозу материалов для заливки фундаментной плиты. 19 мая фундаментная плита была залита. И потом 2 недели у нас ушло на то, чтобы подготовить и привезти все необходимые материалы для строительства дома. Как я и говорил, методы строительства у нас инновационные. У нас полностью изменена парадигма строительства. То есть на стройке мы лишь собираем дом. Вот, а производство всех необходимых комплектующих и деталей происходит вне строительной площадки. Значит, соответственно, 2 недели у нас ушло на то, чтобы изготовить необходимые блоки для каркаса. Внешняя фактура уже сделана, она может быть имитировать натуральный камень, натуральное дерево, все что угодно по желанию заказчика. И за счет отличной геометрии практически полностью уже подходит под внутреннюю отделку. Таким образом, уходит огромное количество ненужных технологических операций. И, создав каркас, мы фактически переходим к тому, что вставляем в него окна, делаем верхнее перекрытие, которое тоже у нас сборное, вот, ставим входную дверь и после этого переступаем сразу к внутренней отделке. Группа компаний «Наностройтехнологии» совместно с НПО «Броня» производит и реализует жидкую теплоизоляцию «Броня». Покрытие обладает уникальными теплофизическими свойствами, такими как 1 мм покрытия заменяет 50-60 мм традиционной теплоизоляции. Жидкая теплоизоляция броня производится в различных модификациях. Каждая из модификаций создана под определенное адресное применение, такое как броня-фасад и броня-стена, например, предназначена для применения на стенах бетонных, кирпичных, деревянных. Покрытие паропроникающее, то есть стены дышат. Броня классик, броня стандарт, броня универсал применяется на теплоизоляции промышленного оборудования, металлических поверхностях, трубопроводах, различных емкостях и цистернах. Также производится гидроизоляция броня акваблок. Инновационное покрытие созданное для гидроизоляции кровли, подвалов, различных помещений для того, чтобы защитить помещение и объект
от влаги и проникновения воды и влаги. Покрытие по консистенции напоминает обычную краску и легко наносится как малярной кистью, так и аппаратом безвоздушного нанесения Грака, который мы видим сейчас на объекте. Все покрытия броня экологичны и пожаробезопасны, что подтверждается наличием сертификатов, таких в частности, как сертификат НГ пожаробезопасности. Также покрытие броня подтверждается огромным количеством результатов испытаний независимых лабораторий такого уровня, как «Газпромсерт», НИИ РЖД и многих других. Продукция внесена в реестр Министерства регионального развития РФ. Также информация о продукции компании размещена на портале Фонда реформирования ЖКХ. Эффективность данных покрытий в очередной раз доказана при проведении работ по теплоизоляции и гидроизоляции уникального энергоэффективного коттеджа, возводимого выставочным центром инновационных строительных технологий при содействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Наш производственный комплекс занимается производством аэрозольной продукции, пенополиуретановых герметиков и специальных клеев. Отдельно хочу остановиться на уникальном инновационном продукте, который также был разработан специально для технологии теплостен и с успехом применен в реализации данного проекта. Речь идет о полиуретановом клее пене в аэрозольной упаковке для пенобетона, газобетона и керамических блоков. Данный клей полностью способен заменить любой цементно-бетонный раствор или клей, который применяется для укладки газобетона, кирпичей и камня. Сергей, сегодня 25-й день строительства идет. У вас готовы перекрытия, готовы стены, и сегодня вы приступаете к установке окон. Расскажите, окна тоже революционная технология? Да, вы абсолютно правы. На самом деле, как и все остальное, окна являются немаловажной частью комплекса наших инновационных технологий. Особенностью данных окон является то, что здесь стоит, наверное, самый интеллектуальный на сегодняшний день в мире стеклопакет, который защищает помещение от проникновения солнечных лучей. То есть при прямом нагреве, то есть попадании солнца на стеклопакет, отсеивает все вредное излучение. Вот, и способствует тому, что в помещение проникает только полезный ультрафиолет, и при этом не происходит нагрева внутренних помещений. То есть фактически в наших домах не нужно кондиционирование. То есть вот этот стеклопакет решает эту задачу. Вторая приятная сторона этого стеклопакета то, что в зимнее время года, ну вообще в холодное время года, он способствует сохранению тепла. Вот, то есть по теплопроводности этот стеклопакет равен практически нашей утепленной кирпичной стене, что дает возможность нам создать такую теплоизоляционную капсулу. Потому что всем известно, что окно является самым слабым местом в энергоэффективности. А в нашем случае эта задача решена. Сергей, а установка окон, она обычная или тоже инновационная? Ну, по установке все то же самое, но, как вы уже, наверное, поняли, вот, у нас нету ни одного элемента обычного. И в части установки там применены тоже инновационные материалы, в части пены, герметиков, они тоже имеют необычайные свойства. То есть это по теплопроводности, по долговечности, по экологичности. Наш производственный комплекс занимается производством пенополиуретановых герметиков в аэрозольной упаковке, в том числе монтажных пен и специализированных клеев. Участвуя в реализации данного проекта по строительству уникального дома, нами была также разработана специальная рецептура профессиональной монтажной пены для установки окон и дверей. То есть мы разработали продукт, который обеспечивает наилучшую теплоизоляцию оконных проемов, имея низкую степень теплопроводности. На настоящий момент мы хотим вашему вниманию представить шпаклевание механизированным способом. Для этого мы используем оборудование фирмы ПФТ, шпаклевочную машину безвоздушного распыления и финишную шпаклевку Rodbun Pasta Profi. Шпаклевочная паста Rodbun Pasta Profi – это достаточно новый продукт фирмы Knauf. Он представляет из себя шпаклевку финишную на виниловой основе. Она имеет минимальную тонкую фракцию 40 микрон, предназначена для финишного шпаклевания поверхности под облицовку гладкими глянцевыми обоями
либо окраску глянцевыми красками, которые могут дать теневые пятна при боковом свете. Шпаклевка наносится либо механизированным способом на стену, либо ручным способом, шпателями. После нанесения она должна полностью высохнуть. В последующем, если есть необходимость, обрабатывается абразивными материалами зернистостью 240 единиц. Компания «Бентезол» производит уникальные, новейшие геосинтетические гидроизоляционные материалы, которые называются бентонитовые маты. Собственно, для строительства фундамента данного инновационного дома были использованы эти гидроизоляционные бентонитовые маты. Их уникальность заключается в том, что они являются собой некий пирог, состоящий из тканного и нетканного геотекстиля. И прослойка является гранулированной бентонитовой глины. Это природный минерал, у которого совершенно уникальное свойство самозалечиваться. То есть, если при укладке такого бентонитового мата на фундамент происходит какой-то прорыв или повреждение, при контакте с водой эта глина набухает, тем самым вот этот прорыв, она очень уплотняет, и тем самым изоляция не нарушается. Сергей Викторович, мы ознакомились со многими инновационными технологиями в этом доме, но еще не ознакомились с системой отопления. За счет чего будет сохраняться тепло в доме? Как я раньше вам говорил, то есть наш дом представляет себя некую термокапсулу. За счет этого мощность отопления существенно снижена. То есть основной функционал отопления берут на себя здесь теплые полы в базовой комплектации. Но если вы хотите достичь неких экологических преимуществ, то в нашем доме, вот, во всяком случае в пилотном, мы продемонстрировали инновационную систему отопления с эффектом прилипания тепла к стенам. То есть это такое вот чудо-термоплинтус, который за счет конвекции создает условия, при которых нагревается не воздух внутри помещения, а нагреваются стены, которые препятствуют проникновению холода извне. Поэтому можно сказать, что система отопления у нас двухступенчатая. То есть как основная система отопления может использоваться система теплых полов. За счет этого в вашем доме создается благоприятная такая экологическая атмосфера. А плинтус тоже регулируется температурой? А естественно, конечно, он добавляется, убавляется автоматически от котла в зависимости от температуры окружающего воздуха. Сергей Викторович, расскажите о выставочном центре инновационных строительных технологий. Ну, инновационно-строительные технологии, то есть тот выставочный центр, который мы создали, позволяет потребителю в одном месте закомплектовать свой объект всеми технологическими решениями, которые могут ему понадобиться. Если речь идет о загородном строительстве, то помимо того, что мы вам просто построим дом, который вы сейчас видите, вам потребуется сделать скважину, потребуется сделать очистные сооружения, сделать озеленение. Допустим, вы хотите сделать погреб какой-то, да, забор, накрыть террасу. Или просто наш дом вы хотите сделать под свой вкус. То есть вы используете не те 12 видов ламината, которые у нас, допустим, есть в базе, да, а, допустим, хотите чуть дороже. Там огромный выбор. То есть одного только ламината более 2000 видов. Поэтому, если мы говорим о выставочном центре инновационных технологий, то это то место, где собраны все товарные группы, которые вам могут понадобиться в ходе строительства и отделки помещения. Вот. Мы провели огромную селекционную работу, то есть выбрали наиболее оптимальные по цене и качеству решения. Объединили на этой площадке всех ведущих российских производителей, которые обладают передовыми технологиями или просто производят продукцию в широком ассортименте по хорошим ценам. Валерий Андреевич, мы с вами в начале строительства обсуждали проект дома, и вы говорили о инновационных технологиях, которые не укладывались в голове. Вы говорили, что дом будет абсолютно инновационный, что все от фундамента до крыши будет в инновациях, и мало того, что это будет сделано очень быстро. Вот прошло чуть больше 60 дней, да, где-то в районе 60 дней, рабочих. И рабочих дней. И мы видим, что дом действительно готов,
Дом получился шикарный, он готов под ключ. Подключены коммуникации, кроме того, сделан ландшафтный дизайн. И снаружи, и внутри. И, в принципе, он готов к заселению. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет такой скорости и такой организационной даже составляющей? То есть как можно было так все это быстро организовать? Ну, никаких особых секретов мы здесь не держим. Просто новации, они на той инновации, чтобы показывать все новое, все передовое, что это гораздо быстрее традиционного строительства. Даже вот отдельный дом гораздо сложнее строить, чем выпустить на поток. А у нас действительно мы разрабатывали поточный метод строительства, который еще укорачивает сроки, намного укорачивает сроки строительства. Когда люди уже знают, что у них много работы, они по-другому относятся к этому. Формируются новые бригады, которые ускоряют все это движение, и оно гораздо как бы вот быстрее строится все. Но все-таки вы видите, что мы добились того, что мы обещали, вам говорили, мы постарались это сделать. Ну, в те сроки, в которые у нас получилось, скажем так. Хотя был прецедент за 24 часа, здесь уже мы этого не ставили перед собой, такую задачу. Мы ставили задачу просто показать именно, что все инновационное. И главное, суть в чем, что это комплекс нескольких фирм, которые... десятков фирм, которые именно участвовали в этом. То есть мы не одни в этом участвовали. Участвуют десятки фирм, которые каждый занимался своим делом. И вот это как раз и дает такую перспективу развития, что каждый занимается своим направлением. И, кстати, все эти направления инновационные. В этом проекте мне нравится, во-первых, понятное дело, что именно технологии сохраняют то, что мы декларируем. То есть это тепло, это комфорт, это уют. Здесь все рассчитано, как бы, рассчитано на семью. Есть и для, комната для мальчика, есть комната для девочки, есть комната для родителей, есть общая комната, в которой они собираются. Потом плоская крыша. Плоскую крышу мы хотим применить по всей России, потому что у нас как-то вот менталитет обязательно крыша должна быть. Но сегодня, когда мы применяем новые технологии, когда на один квадратный метр 3 тонны нагрузка, ну, говорить как бы о старых крышах можно, конечно, мы не против старых крыш, но мы стараемся, но она очень здорово ускоряет и удешевляет строительство. И немножко только наш менталитет сдерживает вот эту ситуацию, что вот плоская крыша, как бы она для северных районов непригодна. И мы так не считаем. Вот крыша нравится. Вообще нравится, что дом очень уютный, очень компактный, очень умный, очень красивый, я считаю.